Друзья, всем привет! Сегодня у нас в обзоре двигатель Kubota V1505, 4-цилиндровый дизель. В отличном состоянии, в сборе с навесным. Здесь у нас и гидравлический насос, стартер, все на месте. Подготовили к запуску. Двигатель весь в одном окрасе. Генератор также на месте. Визуально видно состояние двигателя. Вот, сейчас запустим, послушаем, как работает. Вот, собственно, отлично работает, запустился отлично, на холостых оборотах работает достаточно ровно, двигатель не дымит, не коптит, отличный мотор, абсолютно исправный и готов к дальнейшей эксплуатации.